Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Юрий, и в этом видео мы рассмотрим самую главную ошибку самоучек. И выглядит она так. А что здесь происходит? Как вы могли заметить, очень размашистое движение кистью. И, собственно, она не пальцы извлекает звук. Пальцы же здесь выступают в роли крючков, цепляющих за струны. Каковы последствия такой игры? При использовании подобной техники вы постоянно отдаляетесь со струн, вследствие чего неизбежны промахи по струнам. Качество звука также страдает, стабильности и при игре вообще никакой. И самое главное, для того, чтобы добиться хорошего исполнения при таком способе игры, нужно потратить десятки раз больше времени. То есть, если считать, что для приобретения мастерства необходимо 10 тысяч часов, то здесь, скорее всего, понадобится 100 тысяч часов. Я думаю, согласитесь со мной, что это утопия. И сейчас я покажу, как исключить этот момент из техники игры. И если вы обнаружили то, что вы играете по одному способу, то вы получите информацию о том, как избавиться от этих лишних движений. И здесь все до смешного просто. Для начала нужно поиграть простые мелодии с опорой. То есть, например, извлекая звук на первой струне, после ее прохождения палец останавливается на второй струне. С этого я советую начинать обучение. Либо, если вы уже играете, то поиграть таким способом. Что здесь происходит? Играя с опорой, мы тренируем правильное движение пальцами, то есть движение от большого сустава. В дальнейшем, когда вы будете играть без опоры, пальцы также будут совершать нужные нам движения, то есть движения от большого сустава. И кисть при этом будет неподвижной, удерживая пальцы около струн, что позволит играть стабильно, качественно и даже быстро. Так как все движения у нас экономичные. И второй не менее важный момент. Во время игры баса и мелодии очень часто возникает аналогичная проблема. Здесь необходимо пользоваться временной либо постоянной опорой. Об этом я говорил в моем прошлом видео, ссылка будет в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Юрий. До новых встреч!